Ох, закончили мы наконец эту битву. Мне прежде всего хочется узнать, выжил ли второй вот этот из клириков. Господи, как его звали? Ульбрихт-то погиб, а вот второй. Второй вот хрз, что с ним стало. Так что сейчас мы вернемся и посмотрим вообще на все это дело. Вот, и потом уже будем думать, чем дальше заниматься. Вообще, конечно, ну полный бардак с этими квестами, но выполняли кучу вот однотипных квестов, там типа армия альбов, захватить эту преобразователю альбов, там карта доступа Юрика, там битва за Игнадон, там просто вспотел заполнять вот эту, господи, аннотацию к видео. Карл? Учеба и долг, вот фундаменты веры. Молодец, Карл. Вот, а я хочу тем временем вернуться наверх и посмотреть, что там осталось из вещей этого чувака. И мне настолько лень, что я вот только на джетпаке туда полечу. Вот так вот. Ну что ты делаешь? Ну зачем? Ну не надо, не расстраивай меня. Ох, он чуть было не увидел, как я ворую. Так, а вот здесь он спал, видимо, да. Ясно, ясно. Ладно, я иду за своими благодарностями. Я должен с тобой поговорить. Ты обвинил Освальда в торговле препами. И дальнейшее расследование показало, что ты прав. Он действительно виновен. Я хочу поблагодарить тебя за работу и за то, что ты помог нам избавить Хорт от этой заразы. Вот обещанная награда. Спасибо. Блюститель Ульбрихт покинул наш мир. Он был великий человек, и его вера придавала силы всем нам. Но его смерть оказалась необходима, чтобы отстоять в бою Игнадон и спасти Магалан. После его смерти я стал последним блюстителем Игнадона. Что бы ни ожидало нас впереди, я могу лишь надеяться, что Калаан не спошлет мне мудрости и сил. Что это за звук такой сейчас был? Покажи себя, Акалит. Ну да, видимо, для того, чтобы нам продвинуться дальше по сюжету, нам нужно выполнять квест «Достойное выполнение долга». Пометим руки прочь, посмотрим, можем ли мы там как-то продвинуться. Так, исток у нас, в принципе, выполнен, мы там уже глайдер притащили. Бывший Лексотер ныне живет отшельником где-то. Ну, давайте мы пока вот это оставим, мы будем делать второстепенные квесты. Нам надо новую броню получить. Ну и в целом хоть как-то себя немножко улучшить. Так, надо еще подумать, какое я изумение сейчас хочу. Потому что мы же вкачались, и надо как-то дальше двигаться. Ну, надо отплясать от того, что какое оружие я хочу надеть, да. Офигеть, я все это время без амулета нужного мне ходил. Да. Это да. Так, ладно. Поцелуй смерти. Ох, силы до жопы на него надо, как и стойкости. Ладно, я предлагаю действовать следующим образом. Нам понадобится получить новый доспех, а для нового доспеха, соответственно, нужны определенные показатели силы и ловкости. И уже исходя из этого, мы будем принимать какое-то решение. Итак, ты решил стать клириком. Что ж, всегда приятно видеть, как наши ряды пополняются новыми верующими. Полагаю, тебе ко мне прислал блюститель Райнхольд. Да. Тогда он, вероятно, сказал тебе, что каждый акалит обязан обучиться основам внушения. Я научу тебя, когда ты будешь к этому готов. Но сначала ты должен завершить свое паломничество, как все новые адепты. Ну, мы уже наполовину его сделали, у нас какие-то из этих посещены уже. Как они там? Типа пристанешь, не знаю. А что это за паломничество? Это проверка на усердие. Ты должен посетить все четыре храма, А4, расположенных вдоль дороги, что пересекает Игнадон, и в каждой из них тебя будет ждать испытание Калаана. Когда пройдешь все испытания, возвращайся сюда.
Тогда мы с Калааном увидим, что ты достоин перейти на следующую ступень обучения. Паломничество Акалиту. Вообще, это, конечно, крайне странно. Объясню, почему. Какие там могут быть испытания, если мы просто ему бабки башляем, отстегиваем 100 осколков, и у нас выполняется задание. Ну что за бред вообще? А где мне искать эти храмы? Храмы стоят у старых дорог и троп. Первый из них ты найдешь прямо у входа в корт. Это мы сделали уже. Оттуда пойдешь на северо-запад. Второй храм будет стоять с правой стороны. Потом пойдешь на юг, к третьему храму. Это уже будет почти самый конец своего путешествия. Останется лишь пройти на восток, чтобы замкнуть круг твоего паломничества. Пилгримидж. Ага, от слова пилигрим, видимо, да, паломничество. Чему ты можешь меня научить? Могу попробовать, что ты хочешь узнать? Так, ну, прежде всего, да, давай внушение вот это мне свое. Технофил открывает все способности технофил. Чутье на технологии, господи. Ага, к ним, интересно, нужны что-нибудь? Интеллект нужен, ну-ка. Тут тоже интеллект. У меня 3 очка обучения, вот это да. Откуда они у меня нарисовались? Я что, подождите, так много прокачался? Не может быть. 34, охренеть. Вот это, ёбушки-воробушки, я бы сказал. Вот это мы прокачались, да. Ну-ка, что у вас там есть еще интересного? Открывает способность технофил. Подсвечивают все синтетические формы жизни, высокотехнологические предметы. О, это нам не нужно будет носить очки теперь. Вот это я возьму. А, мы не можем, нам, наверное, интеллекта или ловкости не хватает. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас я все сниму. Так, и посмотрим, чего нам не хватает. Ловкости не хватает, 5 единиц. Так, вот, дает возможность улучшать оружие клириков на верстаке, это мы возьмем. О, у них вот еще, что это я? Открыл проекция. Ни шагу назад. Возвращает Джакса к жизни с половиной здоровья. Так. Это пассивная? Или ее как-то кастовать надо? Пси-способность. Аналитическая волна. Прирожденный стрелок. Повышает урон, наносимый стрелковым оружием. Это интересно. Энергетический щит. Создает энергетический щит. Снимает все состояния. Технофил. Подсвечивает. А, ну это вот. Синтетические и высокотехнологические предметы. Ну вот, блин, мне не совсем понятно, как это будет работать. Поэтому мы сделаем вот так. Я сохранюсь. Возьму это умение. Возьму технофила. Сниму очечи. И чё? И где? Или как мне вообще нужно это какое-то умение, или что вообще как-то работает? Технофил. Ну ладно, вынесем мы её на панель. Так, ну он врагов подсвечивает, а толку-то мне от этого? Да не, какое-то говно бесполезное, не надо мне это. Псионика. Пси-способности действуют дольше и наносят больше урон с каждым уровнем, бонус увеличивается.
щит вот выглядит интересно. В этом мне вот. Плюс 20 брони он дает, да? Куда бы его добавить, я даже не знаю. Вот, пока на этом остановимся. Так, открываем. Сейчас нам надо кольца все свои вернуть на базу. Так. Все, мы снова невероятно сильны. All you'll find in Zaykor is death and misery. Паломничество, значит, да? Благо, тут везде телепорт у нас уже понатыкан, и сейчас мы быстро пролетим все это дело. An airstrip. There has to be something here that's worth a good profit. Are you always? Ты всегда думаешь про мусор? Тебе лучше вообще не знать, про что я думаю. Ой, господи, расхамилась. Что-то она там про взлет на посадочную начала говорить, я просто прочитать не успел. О, смотрите, этот корень растет, который для алхимии нужен. Светящийся корень. Мне кажется, из него делаются, вот знаете, зелья по типу, ну там вечная прибавка там к чему-либо. Вот, вот такое, мне кажется, вот он для этого нужен. А вон, смотрите, вот алтарь этот видно. Алтари, точно, вот алтари. Ёбаный в рот тут фетищ. Ну-ка, я... Они урона-то немного наносят, причем их много. Потрясающе. Я похитрее сделаю. О, нифига, мы наконец-то можем кастовать этот успех на себя просто так. Мне бы еще какое-нибудь лечение научиться где. Понятно. Ой, ну слушайте, это слишком геморно вот с ними дуэлиться, поэтому вот. Вы просто вот умрете вот так вот. Как-то даже не особо сопротивляются. Так, а вот еще один выжил. А. Так, ну раз у нас то же самое на шестерке стоит, я думаю, шестерку можно убрать у нас тогда. Так, помолиться и сделать пожертвование. Второй храм выполнено. Мертвая Калит, которого заклевали эти ребята. Ну-ка, а там что у нас? Так, нам надо тогда что-нибудь другое. Ну вот... Вот эту штуку я поставлю.
А у них вообще есть что-нибудь для лечения? Я бы вот взял с удовольствием, мне бы очень пригодилось. Так, один в поле воин, внушение. Технофил. Щит у меня есть. Открывает все способности прирожденный стрелок. Фантовый скачок. При уклонении в бою телепортирует Джакса на безопасное расстояние и создает голограмму там, где он изначально находился. Создает энергетическую волну, поражающую всех противников в радиусе действия. Вот это тоже полезно, ее надо бы взять было сейчас. Потому что формально она у нас есть. Надо будет сейчас ее вернемся, возьмем энергетическую волну, но на нее нужно интеллекта 60. Пока качать не буду. Закончим с паломничеством. Мы его и так дотянем. Оно, благо, не особо сложное. Так, в эту сторону. Ой-ой-ой-ой, что-то сгорели. О, смотрите, кто там ходит. Почему бы нам его не прикончить? Что-то пошло не так. Очень пошло не так. Так, сейчас, секунду. Буквально секунду, чтобы меня не отвлекали всякими интернетами, всякие подлецы. Так. Все, отлично. Так, игнорируем этого тролля, он какой-то неубиваемый абсолютно. Но его друзья нас запалили, к сожалению. Обойти-то, чтобы не связываться с вами. Да, блядство. Не одно, так другое. Там спала химера. Просто потрясающе. Вот как я сюда забрел, если они повсюду сидят и ждут меня, вот чтобы убить меня? Вот как это работает вообще? А, ну все, она берется с ним. Серьезно? Два тролля на один квадратный метр. Это как вообще называется? А, вон вижу. Твою мать. Помочь тебе. Ах!
Don't leave me hanging again, okay? Так, ну какое-то поселение тут. Я, по-моему, тут был, но я не уверен. Хотя столько вещей тут лежит незалутованных, так что, скорее всего, не был. Вяленое мясо. Что-то тут как-то подозрительно все хорошо, и никого нету при этом. Что-то тут нечисто. Да, блядь, бестия, свали. Бутылочка самогона. Еще самогончик, Эликс. Хлам металлический. Так, нам надо в зал выйти, потому что можно наверх так залететь. Вот, отлично. Так, еще в этой комнате посмотрю, что есть. Ничего, ну, короче, немножко зря зашли. Какой-то там вообще минимум для себя профита апнули. О, вожак стаи тут бродит. Или скекс какой-нибудь. Давайте запинаем его, камнишик. Мало, конечно, за него как-то опыта дают, учитывая, сколько я с ним вожусь. Четвертый храм, отлично. Блять, кто еще? Так, возвращаемся. Доложим о нашем успехе. Elix, I'll do anything for it. Я вернулся из паломничества. Ты прошел 4 испытания и продемонстрировал свое усердие во всех 4 храмах. Да. Тогда Калаан принимает тебя. Паломничество Акалиту круто выполнено. Так, и надо взять умение, которое он нам предлагает. Так. Ударная волна. А, мне не хватает 5 единиц интеллекта. Так, и тестим. Нифига, у нас их аж 5 штук накопилось. Круто, это то, что надо вообще. Только теперь я их атаковать, соответственно, не буду. Божественно. Наконец-то у меня есть это умение. I...
Бля. Так, способность энергетическая волна, вот, да. Вот так все и потратили очки. Ну, а у нас же квест выполнился, паломничество Акалита или нет, я что-то просто это не въехал. А, да, выполнился паломничество Акалита. А, ну я и отметил, что я протормозил. Что у вас тут есть где вздревнуть, например? You have been told. Но прежде я, короче, продам кучу хлама, которая у нас скопилась. Где-то чувак был, да, который... А, вот, да-да-да, я по вот этим вещам его узнаю. Может, он нам хотя бы штаны даст какие-нибудь новые. Как-то нет. Как-то нет. Понятно. Так. Забираю дубину. Так, ржавый топор, железный пруд забирай. Чё ещё я тебе дам? Охотничий лук. Да ладно, мы военный лук можем использовать. А, ну да. Ого, тут силы надо много. Так, охотничий лук тогда забирай. Так, ракетницу, горнило, это я все оставляю. Могущество архонта даже могу использовать, охренеть. А он чем стреляет? Чем-то он стреляет. Так, энергетический молот. Чуть-чуть лучше, но это двуручное с одной стороны оружие. Но мне со щитом явно больше нравится ходить, как минимум, потому что большинство ударов ему вообще просто пофиг. Ну, может, это баг, я не знаю. Так, это не надо. Это оставим. Это, может, продадим, но попозже. И вот отсюда бы я вообще кучу всего продал. Так, энергетическую волну можно всю продать. Все 5 штук. Универсальный щит можно продать. Яблочная наливка. Интересно, откуда она у меня взялась. Ну, подобрал, наверное, где-то, конечно. Но, ну, ладно. Так, крепкая эликса. Ну, по сути, мы все можем зелья маны продавать, ибо мы их пить-то все равно не можем. Но я их оставлю, мало ли мы их как-то перекрафтить сможем. Ну, я надеюсь на это. О, маленькое целебное зелье. Его надо будет переделать в нормальное целебное зелье. И тогда все будет окей. Золотой шепот. Очень редко встречаются, поэтому высоко ценятся алхимиками. Кувшинка, антирадин. Куча всяких ресурсов, которых я вот наподбирал. Забираю один отбойный молоток. 20 факелов забирай. 118 отмычек, ну просто жесть вообще. По 5 единиц за листочек. Чё ещё мне? Письмо с угрозами одно. Пропаганду продам тоже. Насобирал ее до жопы. Так, часть карты у меня есть. 34 молотка, тарелки, кружки. Просто вот зачем это все? Двадцать шесть метелок.
Я, конечно, оставляю, потому что мало ли, что там из этого потом накрафтить можно. Старые монеты. 1000 сигарет продаем. Даже 1200, наверное, где-то. Можно еще вот так ускорить. Аудиодневники, они нам нужны. Рецепт продаем. Рецепт, рецепт. А дальше патроны идут. Патроны я продавать не буду. Вот так вот. Так, и теперь... Кстати, а что в автоматах продают? Я уже что-то и забыл. А, целебное зелье. 4 старых монеты. Нифига себе. Вот это да. Кто бы мог подумать. Вот так оставим пока. Пусть они у нас на всякий случай еще будут. И нам сейчас нужно найти стол тогда. Для того, чтобы их все перетовать. Попробуй его тут найти еще, конечно. Ладно, пойдем по пути наименьшего сопротивления. Не знаю, где здесь стол просто есть, но я знаю, что он у меня в лагере точно есть. Мы же, кстати, опыт еще сейчас можем за бестию получить. Да, мы сейчас пойдем, скажем, что бестия присоединяется к лагерю, за это дадут 500 очков опыта. Ну и заодно мы, конечно, там все вот эти бутыльки переделаем, может, что-то более стоящее. Так, бестия изгой согласилась помочь. Она будет жить здесь, когда она не со мной. Бестия, говорят, она хуже всех демонов пустыни вместе взятых. Правда, еще они говорят, что она опытный боец и отличный командир. Мы рады видеть ее в лагере. Ого, за нее ж... Обновление статуса, обнаружены ценные предметы. Отлично, U4. Молодец. А за нее нам аж 1000 очков опыта дали. Вот это жесть, конечно. Пойдет, я абсолютно не против. Так, а где у меня мой стол для крафта? Где же, где же, где же? Столик, ты где? Я за тебя деньги заплатил, скотина. А, вон он, точно. Я помню, что он под навесом стоит, и забываю, что вот здесь есть навес еще. Ну-ка, что я там могу улучшить? Так, вот я хожу с этим мечом, да? А, создавать, а не улучшать. Господи. Урон 47. А, или это я что из него могу сделать? Я что-то просто не совсем понимаю, о чем идет речь. Видимо, вот разные умения все-таки. Одно улучшать, а другое создавать. Я просто, может, элементарно, как всегда, внимания не обратил. Модифицировать оружие. А чем модифицировать от улучшить отличается? Разобрать, понятно. Электронный хлам. Золотой слиток, кусок руды. Ну, наконец, нам начинают эти камни пригождаться хоть как-то. Так, я сохранюсь, потому что я боюсь, что у него могут статы после этого вырасти. Пришел, блин, бутыльки поделать. Сижу, пытаюсь понять, что с оружием сделать. Улучшить? Ну, допустим. А-а-а-а.
Это, короче, чем оно кастовать будет, все понятно. Не-не-не-не-не, мне не надо тогда. У меня на энергию вот на, было нормально заточено. Нет, тогда нормально, мы его так оставим, улучшать нет смысла его. А вот обычное оружие, да, его имеет смысл. Поэтому нам в идеале надо будет взять потом умение. Оно вот здесь... А, нет, но в ремеслах, да. Вот, модификатор. Дает возможность улучшать и дорабатывать оружие клириков на верстаке. Не знаю, почему конкретно пишут про клириков, но как бы то ни было. Возьмем, и мы сможем улучшать уже имеющееся у нас оружие. Но начнем мы тогда прежде всего с алхимии, потому что у нас куча всяких мелких зелий. Вот так. Надо вина еще сходить купить. Мы еще немного можем сделать. Дай-ка мне винище, дружище. Где-то. Давай, 20 бутылок. Всегда увеличивает выносливость. Да ладно. Нифига себе. Эликсир маны. Навсегда увеличивает запас магической энергии. Но мы как берсерки не можем это делать. А для, что для этого надо? Волчий лист и золотой шепот. Да, золотой шепот для этого нужен. Но я не планирую вкладываться в выносливость. Я подожду какую-нибудь силу там или здоровье хотя бы. Это будет мне намного полезнее. Действенный живокорень. Вина не хватает. Пойду куплю еще винище нам, потому что нужно здоровье прям вообще по-любому. Вот эти вот маленькие на пятерке, они нас лечат только на половину здоровья. А жрать какое-то мясо постоянно, ну, сомнительное удовольствие, безусловно. Единственное, кстати, мы можем, наверное, лук зачаровать. Вот мы сейчас военным луком можем пользоваться. А вот и нет. Так. Вот это мы наделаем сейчас маленьких целебных зелий. Отлично. Так, крепкое целебное зелье еще можем сделать? Да, можем. Вот, отлично. Все? Нам вина хватает? Бутылка с водой, крепкое целебное зелье. Вот так вот, вообще прелесть. Сколько у меня этих на панели? Одно осталось. Но самое важное, что мы теперь достаточно неплохо подготовились. Вот, одно целебное, но мне нужно крепкое целебное зелье, вот оно. Круто. Маленькое целебное зелье. И просто целебное зелье. Каждого по одному осталось. 20 крепких зелий. И могучее у меня даже есть. Целых 4. 4.
До полудня поспим. Хотя сейчас уже утро, сильно много мы не наспим, но здоровье восстановим. Сколько нам там до следующего уровня? Ох, далеко. Еще далеко. Так, ладно, ладно. Давайте еще одно задание сделаем. Так, одно дает Марта, другое дает Балдар. Блин, а что-то я какие-то еще места хотел посетить. Я что-то вот сейчас пытаюсь. А, ну надо карту. Сейчас мы карту сходим, прилепим еще раз, уж мы здесь. Раз уж мы здесь, надо карту прилепить, которую мы еще несколько серий назад взяли. Когда мы уйдем, наконец, когда надо, тогда и уйдем. Видишь, у нас дела еще есть. Мы занимаемся макроменеджментом. Так вот. Добавить часть карты. Пум! Отлично, внизу еще одна появилась. Вот так вот. Так, она у меня добавлена на панель? О, она не добавлена, странно. Так, вообще бы, я бы, может, как-то по-другому все сделал. Ну ладно, пусть она вот здесь будет тогда. Эй, а где моя женщина? Куда она пропала? Коль трава у меня тут растет, оказывается. О, нифига я, сквозь крылья у него... Это жесть, конечно. Вы серьезно, что ли? Ну вот этот просак вообще. Ну, камон, гайс, ну кто так делает вообще? Мда, мда, конечно, мда. Давайте-ка вот мы все-таки... Преобразователь в Дании. Маленький лагерь. Вот, да, маленький лагерь. Там бандиты водятся, по которым у меня должок есть. Которых я еще тогда завалить хотел. Очень-очень хотел. Но эти подлецы были в слишком большом количестве. А сейчас я вооружен и опасен. И могу составить им некоторую жизненную боль. Что я, собственно, и сделаю сейчас. Нифига, как вы дружно в ряд ходите. Получи по шляпе. Офигеть, вот эти живые листы вообще повсюду растут. Причем каждый раз еще обновляются. Вообще прикольно. Это, конечно, значительно облегчает игровой процесс. Время преподать тебе урок, он говорит. Нифига, я двоих сразу прихлопнул. Доставай оружие! Поняли? Этих детей.
Они даже своей огромной тусовкой мне ничего не смогли сделать. Все были просто беспощадно убиты. О, почему его запрещено брать, интересно. Щит железного кулака. Ха, нифига себе. Ну-ка, и чё, какие параметры у этого щита? У него сопротивление молнии хорошее, но урон меньше, нафиг он нужен. Железный кулак же это, короче, легенда у берсерков, что там был чувак, который при битве с клириками, ну, когда у них машины отключились, там якобы там решил исход этой битвы, что он там воткнул руку в колосса и выдрал из него там то ли сердце, то ли еще что-то, короче, вот поэтому железный кулак он, короче. Что-то такое мы читали, то ли нам кто-то рассказывал, я уж не помню. Но я считаю, что мы достаточно неплохо уже изучили вообще лор игры, то есть, ну, знаем, кто, почем вообще, зачем и так далее. Ну, то есть, скажем, на какие-то там вопросы я могу еще ответить. А так вот, порешали бандосов, сделали это вообще на раз-два. Есть, конечно, еще одни, которых я очень хочу наказать. До них далековато тереть, конечно. Они вот там выше водятся. Ой, а ты что, жив, что ли? Я же тебя убивал. И вас я убивал. Больше проблем, получи их. Нас сейчас убьют. Они очень любезно подождали, пока мы закончим нашу случайную беседу. Блин, вот что лезет под руку, а? Попробуем вот этого подлеца завалить. Трона. Тут лук какой-то интересный лежит. Ящер, ну ладно, хоть я был со здоровьем. Вот так вот и все. Готовы все. Тридцать два зуба с него выпало. Прям как со здорового взрослого человека. Военный лук у нас есть такой уже.
Так, а это же лагерь бандитов, да? С другой стороны. Да, я чуть не признал его. Right. Let's find some trouble. Ну, мало тебе, он как мы тролля этого запинали. Ладно, идем дальше. Свою мстю я выполнил, которую так мечтал сделать. Запидерить этих говнюков. Прям вообще прям грезил этим. Думал, когда, когда я их нагну уже. И вот, наконец, мстя случилась. Кого тут ближе идти? Well, that's one view of it. Опять к тебе? Точно? Так я же уже был у тебя. Мне просто показалось, что называли троих учителей, с которыми я... должен, типа, поговорить там или чё. ХЗ, ладно, допустим. Поэтому я думал, что вот маркер на этом товарище должен был потухнуть. А, так Марти, это я помогал уже. Новый адепт, приятно видеть, что ты присоединился к нам. Вот, возьми это в знак приветствия новому Акалиту. Суп, да? А, это пиво дал мне один торговец. Я не пью, но тебе оно, возможно, пригодится. Спасибо. Что угодно, чтобы облегчить тебе жизнь. Вам, Акалитам, живется непросто. А если учесть, что тут происходит, новых адептов нужно хоть как-то подбадривать. Мне нужна твоя рекомендация, чтобы получить новое звание. О, тебе не нужна моя рекомендация. Тебе нужно продемонстрировать смирение перед лицом Калана. Смирение здесь стоит дорого. Так ты поможешь мне раздать еду в соответствии с нашими традициями? Ну давай, я раздам еду. Прекрасно, приходи чуть позже, когда у меня все будет готово. Зайди ко мне попозже, нужно испытать твое смирение. Твою ж мать, я слышал об этом месте. Ну нихера себе. Я, кстати, вспомнил, куда нам надо. Райнхольд, так. Есть одно место, куда нам... Нам надо снова вернуться в наш лагерь в пещере. И поговорить с Арксом, который, ну, скорее всего, уже подготовил трапезу, о которой нам говорил, ну, там, когда-то пару серий назад. Потому что мы же тут уже и в битвах поучаствовали, и целый бандитский лагерь нагнули и туда, и сюда, поэтому, ну, имеет смысл вообще поинтересоваться, как у него дела. Самый очевидный ответ: войска перегруппировываются для масштабного наступления. Если это произойдет, нам лучше находиться подальше от направления главного удара. Пусть свободные умирают, а мы тем временем займемся своими делами. Зачем тебе было присоединяться к одной из группировок свободных людей? Если ты попытаешься выживать тут в одиночку, скорее всего, погибнешь. Да, поэтому я думаю, мы сработаемся. Вот, я приготовил это для тебя. Получилось отлично, вкус совершенно превосходный. Ну хорошо, буду ждать с нетерпением. Так, он для нас сделал некоторое странное мясо. Давайте попробуем его. Холодность плюс 1, 100 очков опыта, здоровье, мясо почти длительное. Мясо на холодность. Ну, давайте попробуем. Почему бы и нет? Холодность повышена. Интересно. Я его съел. Что-нибудь скажешь? Ничего он не скажет, поэтому ладно, я загружусь лучше. Чем же нам занять себя? Я не хочу просто ложиться спать и ждать, пока там эта девка соизволит нас пригласить на работу.
Так, во-первых, я хочу спутника поменять. Так, возвращайся в исток. Возьму с собой... Где она у меня? Чтобы квест завершить, наконец. Все не так просто, попробуй найди ее. А, вот она. Иди за мной. Катюха, Катюха. Калакса был отозван в ледяной дворец. Там мне до него не добраться. Зардом, бывший Алексеттер. Это не тот? А, это тот самый. Ну-ка, давайте сходим к нему тогда. Посмотрим, что он нам поведает. О, кажется, у меня получилось. Ты ощущаешь присутствие Эликса? Да. Но эти залежи на землях Альбов, в Ксакоре. Нам как следует подготовиться, прежде чем мы пойдем искать там Эликс. Угу. Я знаю Ксакор, я готов отправиться туда. Хорошо, мы приближаемся к Эликсу, и я уверена, что разгадка тайны уже близка. Круто, ну неужели? Самая длинная цепочка квест. Чё, задание в поисках чего? Эликс, я слышу его повсюду, оглушительно. Скорее всего, это Эликс, собранный Альбами в ледяном дворце. Его там должно быть очень много. И все же, как ни старались, они упустили залежи Эликса тут, в Сокоре. Я пойду по следу, но тебе вновь придется прикрывать мне спину, хорошо? Подожди. А, в поисках равновесия. Задание называется «В поисках равновесия». Так, ладно, жди меня, женщина. Куда ты, блин, втопила, как ненормальная? Он своего товарища заморозил. Куда ты убежала, а? Нифига, да стой ты, стой ты! Твою ж мать, а! Нежный когтянник. Ледоклюв. Вот куда ты бежишь, я еще тут не закончил. Да ее вообще не остановить. Это еще что такое? Тебя сейчас там нагнут просто и все. Как ты вот этого обошла, если не секрет? Молот. Надо, поэтому я от него бегу немного.
Да ты охерел меня-то крашить вообще? Кая свалила. Надо квест хотя бы пометить, а то я ее просто не найду. А, ну он отметился сам в поисках равновесия. Надеюсь, что она уже пришла сама на нужное место, отсидела там сколько ей надо, там все почувствовала, а я приду ее просто заберу, потому что мне не придется ее ждать. Так, блин. Убил. Все так похрустывает. Видели, как ее... Боюсь, там где-то там здесь придется подниматься. Держись ко мне поближе, мы тут не одни. Да ладно, вот эти вот ребята тебя не убедили окончательно, что мы здесь не одни. Что я тут половину ксакора уже начинаю выпиливать, чтобы ты осталась жива. Блять. Держи удар. Я верю, что ты умрешь за меня. Что ты будешь делать? Ну иди сюда, ублюдок. Валю отсюда. Ну, говноед, иди сюда, мать твою. Сок серы. Надо пособирать тут всякое. О, часть карты. Круто. Too easy. Круто. Взяли посуду. Посуду. Все, садись давай. Ты
Или ты уже все, пока меня там нагибали? Как холодно, невыносимо холодно, хуже обычного. Мне кажется, мы нашли нужное место. Главное, дай мне снова побыть одной, я постараюсь справиться побыстрее. Давай, давай. Тут еще пособираю. Что-то, что крайне трудно будет поднять. Нет, туда хрен залетишь. Ну, вяленое мясо, судя по всему, так. Все. Это было нелегко здесь. Эликс здесь поляризованный, близкий к переработанному. Да. Но если бы он побывал в преобразователе Альбов, что это значит? Осознанно или нет, но Эликс нас изменяет. Эликс в Эдане парализован одинаково. Потеря опять человечности. Я не ощущаю этого прежде, но теперь чувствую, особенно здесь, где сырой Эликс близок к преобразованному. Так, потеря человечности. Эликс в Ксакоре отличается от эданского. Да. Мы уловили различия и стали делать весь Эликс одинаковым. Мне кажется, это изменило и наш образ мыслей. Разум, эмоции, он настроен на нас, а мы на него. Здесь все обработанное, организованное. В Эдане сырая, непокорная мана Эликс меняет людей, с которыми он взаимодействует. Ты знаешь другие такие залежи Эликса? Не уверена, мне надо об этом подумать. Я попробую на них настроиться. Насчет побочных эффектов Эликса. Держи, я принес тебе маны. Спасибо. Выполнено. Потеря человечности. Помогаем ей терять человечность из раза в раз. Ты молодец. Это я, да. У него урон побольше. Меч происшествия. Но он требует вообще ловкости до жопы. Но 74 ловкости, что смеяться-то вообще? Серьезно. Что восклицательные знаки у нас пропали. А здесь что мы успели подобрать еще, что мы не читали? А, часть карты. Ну давайте сходим, поставим эту часть карты. Вот видите, мы по ходу прохождения все-таки по кусочкам собираем эту карту. Так. То есть она валяется всегда где-то, ну, около тех мест, где она уже... Где мы должны побывать? Вот, что я хотел сказать. Опа. Сколько осталось? 4, 6, 8 осталось всего кусочков. Так, вот у нас еще ни один уголок даже толком не собран. Вообще такое ощущение, что она как-то нестандартно выглядит, она вот чисто вот. Несуразно собрана, и нам придется ее потом методом какой-нибудь, не знаю, там, мозаики собирать. Для того, чтобы сейф открыть. Но это я так немножко размечтался. Ну что ж, давайте на этом мы серию тогда закончим. В следующей серии мы сходим к старику вот этому.
Вот, ну и будем ждать, пока у нас, соответственно, в Игнадоне там продвинется вот по этому квесту что-нибудь. А на этом всем пока и до следующей серии.